На мой взгляд, самый оптимальный на данный момент решение для квартир, для удобства, это вот можно рассматривать моторные цилиндры. Это тот же самый цилиндр, который устанавливается в огромный корпус замка любого формата с тягами вверх-вниз. Плюсы этого всего очевидны в плане количества точек запирания, вылети ригелей, это видимая часть. Она может вот так выглядеть со стороны квартиры, фактически так, как барашек. Они тоже подразделяются на, к примеру, там, на AliExpress продаются, там, не знаю, по $50 или поскольку они продаются. Все такие решения надо не тешить себя надеждой. Естественно, они скорее рано, чем поздно выйдут из строя. Тем самым доставят неудобств, если эта дверь с высоким уровнем защиты заблокирует такую дверь, то это не раз придется пожалеть о той сумме, которая была сэкономлена на нем.